Это был день Икс. Я проснулся, потянулся и был готов к новым свершениям. О, а вот и он, мой любимый Трынь. Еще раз, Трынь! Поскольку сегодня важный день, я должен был выглядеть красиво, привлекательно, замечательно и презентабельно. Потом я приоделся и был готов идти. Но перед тем, как пойти, я не мог пройти мимо. Трын, сгорела моя хата! Трын, да я буду ночевать! Ой, простите, сейчас немного не об этом. Так вот, я пошел. Так как настоящий джентльмен, я пропускал всех дам вперед. И да, вы правильно догадались, мы в столовой. А сейчас мы можем видеть, как Вова создает шедевр на холсте бутерброда. Он положил идеальный сыр, идеальную ветчину, и идеальный бутерброд готов для чуть-чуть идеального меня. Да, я уж совсем не скромный. Чего не скажешь о нашем завтраке. Он был объедательным. Ну ладно, время поджимает, а я все пройду да пройду. Впрочем, как обычно. Итак, мне надо было морально подготовиться к предстоящему мероприятию. Как обычно, перепутал номера, а потом стал просить у мамы ключ-карту, которая была у меня в руках. Впрочем, все как обычно. Я, как обычно, был рассеян. А это мой личный кабинет, в котором я мог уединиться и подумать о великом. To be or not to be. Кстати, кто знает, о чем эта книжка, ее название, пишите в комментариях. Немножечко почитал сценарий. Ну, так сказать, для поднятия самооценки. Читульки, рисульки, ну и, конечно же, танцульки. Ну, куда же без этого? Это все были процедуры для успокоения от Вовы. Это, кстати, тоже один из них. И, наконец, я был абсолютно наиготовнейший из всех готовых. И вот он, вот наш автомобиль! Ну или наш верный конь, так я маме сказал. И вот она, вот! Да, это программа сегодня вечером, а точнее в эту субботу. И да, это юбилейный выпуск «Лучше всех!» Ну, конечно, меня там сразу стали нафуфыривать, прихорашивать. Потом я понял, что что-то не то. Потом я догадался, мне специально делали плохой грим, чтобы я не затмил самого Максима. Мои друзья вон там танцуют со мной. Андрюшка-электрошокер. Ладно, ладно, шучу, электроник. А вот их мамульки-красотульки. Очень приятные дамы. С ними было так приятно общаться. В общем, эмоции буря. Было так здорово и круто. Но нам пора возвращаться. И нет, не в отель. Всем удачи и до следующей серии.